В социальных сетях вновь стали появляться кадры с укусами червей-паразитов в районе пляжа Борьба. Диагноз у всех один – циркариоз, или, как его называют, зуд купальщика. Его источником являются личинки червей-паразитов-циркариев, живущих в водоемах. Несмотря на это, на пляже отдыхающих меньше не стало. И взрослые дети все плещутся в воде. Многие из них просто не верят, а некоторые даже и не знают о проблеме. А где объявление было в официальных СМИ? А где таблички, то, что здесь черви-паразиты? Вы издеваетесь? Если бы было таблички, я бы, наверное, не пошел купаться. Червей-паразитов меня никакие не кусали. Вот. А купаться, конечно, хочется в любом случае. Вот. И, ну, естественно, пока ты сама на себе это не испытаешь, ты не поверишь. Вот. Ну, говорят, да, я слышала, говорят, но сама ни разу вот с этим не сталкивалась. Вроде купаемся. Прочитала как бы вот такую информацию, но купаемся каждый день, тело чистое, не могу сказать ничего плохого. За июль сообщений об укусах червями-паразитами было несколько. Чтобы избежать заболеваний и инфекций во время купания, защищайте глаза очками и старайтесь не проглатывать воду. После такого отдыха обязательно принимайте душ. Также опасно купаться в водоемах, где есть водоплавающие птицы, поскольку именно они являются источником такого заболевания, как зуд купальщиков. При этом у человека после купания повышается температура, появляется высыпание и покраснение на коже. При появлении подобных симптомов следует обратиться к врачу. А пока в связи с ситуацией рекомендуется воздержаться от купания в реке Свияги. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.